Приказом начальника ГУВД номер 323 от 6.10 регламентирован вот это наше сегодня построение, переход на зимнюю форму одежды. Вообще это происходит у нас два раза в год. На летнюю форму одежды мы переходим общим построением и на зимнюю форму. Как отметил начальник УМВД России по Ленинскому району подполковник полиции Алексей Кучун, в этом году во всех подразделениях получили форму нового образца. Она значительно теплее и качественнее предыдущего обмундирования. На самые холода предусмотрены теплые ватные брюки. Зимнюю одежду по регламенту для каждого сотрудника меняют один раз в 5 лет. Также на построении до личного состава довели информацию о новых назначениях. У нас сегодня тоже приказом начальника главка довели мы перед строем, назначен начальник ГИБДД по Ленинскому району Гудилин Александр Борисович. Значит, он у нас службу проходил в течение 5 месяцев, исполнял обязанности здесь начальника ГИБДД. И приказом начальника главка в прошлую субботу назначен, утвержден на должность начальника ГАИ.